И у нас сегодня, наверное, последний гость эфира, последний не по значению, а просто по хронометражу, но очень важный для нас гость Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Виктор Анатольевич был в числе первых гостей канала «Популярная политика», к слову, с которым мы общались в прямом эфире. Тогда, я помню, был ведущим Леонид Волков, а сейчас мы с Александром. Вот, Виктор Анатольевич, глядя на то, что происходит в течение этого года, мне хочется у вас спросить, как вы, помните ли вы, как вы встретили, в принципе, 24 февраля, и насколько для вас это было шоком, неожиданностью, и какие, не знаю, первые мысли были у вас, когда все это стало известно? Ну, мысли было две. Первое, если искать что-то хорошее в той катастрофе, которая произошла, в том, что это катастрофа, в общем, ни у кого никакого нормального человека сомнений быть не может. Если что-то хорошее искать, то, видимо, ускорение истории, потому что ясно, что это такая точка окончательного срыва. Штопор, мы наблюдаем в прямом эфире гибель Российской империи. Исторически это продлится недолго. Вопрос в том, действительно, что для истории туда-сюда 5-6-10 лет это в пределах погрешности, а для Украины, для людей это огромный кусок жизни и огромное количество жертв. Но, конечно, история ускорилась. А вторая мысль, которую я вынужден признать, что я ошибался. Мне казалось, что вот в этой уже ситуации, я писал, добро и зло маркированы, и уже нет никаких сомнений, где добро, где зло. Мне казалось, что после начала войны, после бомбометания уже по городам Киева, да, по Киеву, по Харькову, по городам, где живут люди, после бомбежек городов уже никакого разговора невозможно совместить статус просто приличного, умного человека с какой бы то ни было симпатией к Путину или оправданию Путина. Выяснилось, что можно. Выяснилось, что спустя год после начала этого кровопролития при сотнях тысяч погибших можно продолжать валять дурака, говорить о том, что все неоднозначно. Можно продолжать двусмысленную поддержку Путина. Все это возможно. Тут я вынужден признать, что я недооценивал степень деградации общества, видимо. Слушайте, а хочется у вас спросить, как человека, который... Ну, несколько утрированно буду говорить, который в числе первых пострадал от Путина, да, многие там издания, даже целые телекомпании, где вы работали, закрылись. Почему именно в 2022 году Путин шизанулся настолько, что напал на Украину? Почему не раньше, почему не позже? Что к этому могло привести? Я не знаю, не хочется подгонять под ответ. Uh-huh. Дело в том, что я-то его застал как раз вот там 20 с лишним лет назад. Это был абсолютно холодный, циничный, счетный человек, без какой бы то ни было идеологии. Но святое место пусто не бывает, и когда он уже окопался у власти и уничтожил всех своих противников, ему потребовалось внутреннее оправдание. Он же не может сказать миру, что ему просто я захватил власть и не уйду, и народу не может это сказать. Ему нужно оправдание. Оправдание всегда носит вот такой мессианский характер. Да? Один народ, один фюрер, кругом враги, вот это все. И он начал подгонять, так сказать, свою психику под это самодержавие собственное. А последние два года, напомню... И годы, годы, когда все это... Изоляция его пришла к такому же абсолюту. Он ни с кем не общался. И, конечно, видимо, последние какие-то люди, которые могли бы сказать ему что-то, познакомить с реальностью, видимо, этих последних людей уже не было. Он оказался в абсолютной изоляции, и это было очень выразительно. Виктор Анатольевич, позвольте еще такой вопрос, может быть, на подумать. Мы знаем, что люди интеллектуальные часто склонны к самобичеванию, иногда, как мне кажется, даже излишнему самобичеванию. Лично вы, когда вот эта новость пришла о начале войны, попали там, появились первые кадры с убитыми, с ракетами, летящими по жилым домам, вы испытывали чувство вины после начала этой самой войны и удалось ли как-то его побороть? Вы знаете, может, я кого-то разочарую, нет у меня чувства вины. Злость есть, злость, отчаяние есть. Злость на тех, кто крутили мне пальцами в висках, объясняли мне, что я демшиза и просто Путина не люблю, и не могу ему простить
своих телевизионных зарплат, а вообще все хорошо. Вот те, кто обзывались демшизой, те, кто вертели пальцами виска, те, кто усмехались, злость на этих людей, на тех, кто делал нас маргиналами, тех немногих, кто предупреждали об этой опасности. Отчаяние есть, потому что я понимаю, как все, какую цену заплатит страна и за происходящее. Чувство вины. Вы знаете что? Есть историческая ответственность, ее я принимаю вместе со всей страной, меня никто не спрашивает, собственно говоря. Страна будет платить за это тяжелую историческую цену, причем расплата только началась. А как избежать, как уменьшить эту ответственность историческую? Один молодой, юный, вот ваш ровесник, сформулировал замечательно: ты просто делай то, что ты можешь. Просто помогай Украине, делай то, что ты можешь. А что ты можешь делать? Тут у каждого свои ресурсы, и каждый способен, как Алексей Навальный, пойти в тюрьму, да, за свои убеждения, да, и так вот так в лобовой атаку. Делай то, что ты можешь делать. Не участвуй в подлости, не поддерживай войну. Можешь, да, помогать деньгами, помогай деньгами. Можешь волонтерить, волонтерь. Можешь писать, пиши. Можешь выходить. У тебя есть силы выйти в пикет, выйди в пикет. Требовать ни от кого ни подвигов нельзя. Не участие в подлости, называл это Искандер. Так сказать. Вот не участвуй в подлости, как минимум. А дальше сам решай, что ты можешь сделать, то и делай. Делай, что должно, как сказано. Да? Пусть будет, что будет. Виктор Анатольевич, тогда такой вопрос, меня лично сильно интересующий. На ваш взгляд, в такое тяжелое время, когда там огромное количество людей умирает, насколько уместна политическая сатира, такой жанр, как политическая сатира, вообще юмор, рефлексия на тему вот какой-то политической? Вы знаете, что тут для иронии, для смеха нету никакого табу. Это вопрос вкуса. Шутить можно над чем угодно, и шутили над чем угодно. И в гетто были театры, в концлагере были, да, и люди, и юмор, черный юмор — это замечательный жанр. Это помогает пережить, да, помогает психике адаптироваться. Нет запретных тем. Нету запретных тем. Вуди Аллен шутит про Холокост. У него получается. Другому не посоветую, человеку с худшим вкусом. Это вопрос вкуса, а не темы. И у сатира в такие времена, разумеется. Интонация меняется. Интонация, с которой мы начинали куклы, более-менее веселая, жизнерадостная, да, ироническая, да, когда 90-е годы. Ну, Черномырдин, ну, Аяц, какой-нибудь губернатор, да, ну, Лебедь. Да. Конечно, интонация изменилась. Но интонация, юмор — это космос, от Джерома, да, до Свифта и Гоголя, это огромный космос, и всегда можно найти попытаться, по крайней мере, найти точную интонацию. Чем мы пытаемся заниматься? Виктор Анатольевич, хочется у вас еще спросить такой вопрос из наболевшего, недавнего. Совсем недавно Алексей Навальный опубликовал свои 15 тезисов, и среди них было про то, должна ли Россия платить репарации. Точнее, он не спрашивал, он отвечал, что действительно платить репарации должна. И тем не менее, были мнения о том, что этого быть не должно. На ваш взгляд, действительно ли Россия должна, действительно ли ей придется, и почему не Европа, не США, как утверждают те, кто с вот этими тезисами Навального спорит? Ну, послушайте, значит, о репарациях можно только мечтать, я бы сказал так. Можно только мечтать о репарациях. Выплаты репараций означает, что Россия осознала произошедшее как катастрофу, что Россия пережила Путина и осталась государством. Это уже неплохо, согласитесь. Да? И по образцу Германии за пару-тройку десятилетий готова выйти снова в число, так сказать, нормальных стран, стать снова нормальной страной. Это довольно оптимистический вариант. Потом пессимистический вариант как раз заключается в том, что мы всех покажем свой мозолистый средний палец всему миру, скажем, что мы никому ничего не должны, мир нас отдавит на периферии, мы будем лежать за обочиной, все такие гордые, со своим большим средним пальцем, да? И будем вот из лежачего положения показывать средний палец. Вот такая Северная Корея. Туркмения, Иран, понимаете? Вот потому что ничего миру, кроме среднего пальца, мы, по моим наблюдениям, предъявить не можем. Это самая высокая наша технология.
Да? Так вот, это худший вариант. Репарация означает наше возвращение к переговорам, к, ну, к осознанию произошедшей катастрофы. Это очень хороший вариант. В этом варианте репарации не избежать, потому что вы знаете, что плану Маршалла, я все время это напоминаю, плану Маршалла предшествует капитуляция. Не бывает никакого плана Маршалла без капитуляции. Никто не будет нам помогать подниматься, если мы будем настаивать на том, что мы сейчас встанем и снова дадим вам в рыло, и что мы ни в чем не виноваты. Да? Никто не будет нам помогать. Поэтому, повторяю, с моей точки зрения, даже дискуссии никакой быть не может. Алексей Навальный описал довольно оптимистический, то есть очень оптимистический вариант. А именно, Россия сохраняется, в России наступает действительный федерализм, свобода, выборы. Россия начинает медленно, по немецкому образцу, Германия это заняло 2-3 десятилетия, медленно, мучительно начинает выходить наружу, да, выходить в мир из своего угрюмого, изоляционного и безнадежного положения. Это довольно благополучный вариант, как мне кажется. Виктор Анатольевич, последний вопрос хотел задать. Вот Владимир Путин на этой неделе выступил с посланием Федеральному собранию. Дальше был путинг в Лужниках. Какие вообще у вас остались впечатления от этих событий? И такой более практический вопрос. Как оцениваете его речи на одном и другом мероприятии? Ну, слушайте, признаюсь вам, я не смотрел речи. Я, так сказать, читал выдержки. Описание ничего, ничем не удивил. Он продолжает делать из говна конфетку, он продолжает, ну, а, собственно говоря, ну, самое простое, чего же усложнять-то? Он пытается убедить вот этих вот несчастных согнанных вассалов, свезенных, как и прежде, автобусами, да, за отгул или просто так, свезенных вассалов, он пытается убедить весь мир, да, и Россию, главным образом. Он пытается убедить что по-прежнему, что мы великая страна с великим лидером, которая противостоит озлобленному миру, который мечтает о нашей погибели. Ничего нового он не сказал. Что он мог сказать? Что мы все проиграли, что мы развязали войну, положили сотни тысяч да, жизней, даже россиян, и сотни тысяч жизней украинцев, и пустили прахом бюджет, пустили прахом будущее России, выбросили Россию вон из мирового сообщества. Отрезали следующие несколько поколений от инвестиций, от образования. Что он мог сказать? Привет, спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим роликом. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным.